Коллеги, добрый день. Сегодня 11 июля. Мы находимся в агроцентре Самара. И сегодня мы начинаем уборочную кампанию. Мы начинаем убирать зимую пшеницу. В прошлом своем видео я вам показал, как влияет обработка биостимулятором Квантис в дозе 1 литр на гектар при возвратных холодах. Сегодня же, как обещал, я вам покажу, как повлияла обработка биостимулятором Квантис в дозе 1 литр на гектар на урожайность. Сегодня мы будем убирать комбайном, то есть мы покажем комбайновую урожайность. Все, поехали убирать. Сейчас мы заезжаем на делянку, где мы обрабатывали Квантис в дозе 1 литр на гектар. Сейчас мы заезжаем на контрольный вариант, где мы не применяли биостимулятор. Идем смотреть, сколько у нас получился вес. Получилось 52 килограмма. Сейчас теперь мы все это пересчитаем и скажем, сколько это будет центнер на гектар. Коллеги, размер нашей опытной делянки 0,018 гектара. То есть ширина жатки у нас 2 метра и длина гона 90 метров. Сколько выспал комбайн на каждом из исследуемых вариантов, вы видели сами. Мы подсчитали урожайность, и у нас получилось на варианте, где мы применили Квантис в дозе 1 литр на гектар, урожайность у нас составила 41,1 центнера с гектара. А на контрольном варианте, где мы не применяли биостимулятор, у нас урожайность составила 28,8 центнера с гектара. И в итоге хотелось бы сказать то, что в условиях 2024 года при применении Квантиса в дозе 1 литр на гектар за сутки перед первыми заморозками нам позволило сохранить урожай на уровне 11 центнеров с гектара. Подписывайтесь на наш канал ВКонтакте, Телеграм, и также не забудьте подписаться на посещение нашего агроцентра Самара. У нас есть очень много интересного, что вам показать. Всем удачи, всем высоких урожаев!